МЧС со ссылкой на синоптиков сообщает об ухудшении погодных условий. В четверг вечером во Владимире и на северо-востоке области ожидается гроза с дождем и градом. Усиление порывов ветра до 17 метров в секунду. Возможно, обрывы линий связи и электропередач, аварии на объектах энергоснабжения. Гражданам рекомендовано не оставлять транспортные средства под ветхими деревьями и слабо укрепленными конструкциями. А завтрашний день, на который приходится праздник последнего звонка, может стать самым прохладным на этой неделе. Мало того, что велика вероятность дождя, так еще обещают всего плюс 15 градусов.